Гусейн Угейдар, футболист ФК СБ ГУПТД. Гейдар, расскажи, пожалуйста, как прошел второй матч турнира в Тамбове? Матч прошел не очень хорошо. Ну, были у нас моменты, пенальти был, не забили. Вратар очень хороший у соперника, потащил очень много. Уже не первую игру смотрели, разбирали. Вот, не забиваешь ты, забивает тебе. Но ты сегодня провел свой дебютный турнир. Завтра еще одна игра у тебя. Расскажи, вот чем отличается НСФЛ от других турниров, в котором команда принимала участие? Ну, НСФЛ здесь уровень другой, повыше, чем в городе, в котором играем мы. Я вышел сегодня на замене был. Ну, уровень здесь повыше, не знаю.